данные объекты, они востребованы будут не только в арктической зоне, потому что вот эта альтернативная энергетика, это дело будущего. Ваша система, она легко будет работать и при слабых ветрах, скоростью менее 5 метров в секунду. Поэтому за этим будущее. В Арктику мы пришли всерьез и навсегда, поэтому вот эти вопросы автономного жизнеобеспечения, они очень важны, потому что плотность заселения там достаточно небольшая. В своей работе также мы будем с вами сотрудничать, потому что Арктику широко осваивают и воздушно-десантные войска, поэтому будем дружить домами. Спасибо. Спасибо огромное. Награждаются. Акционерное общество Energy 2020.